Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Сегодня происходит очередное мероприятие Федерации грэпплинга России. Пару слов о сегодняшнем мероприятии, пожалуйста. Сегодня Федерация грэпплинга России проводит чемпионат 2014 года. Чемпионат является плановым, является отборочным на чемпионат Европы. То есть все победители и призеры сегодняшнего чемпионата Федерация грэпплинга России повезет на чемпионат Европы в 2015 году. В этом году уже состоялся чемпионат Европы, на котором вы ездили, возили также представителей Федерации грэпплинга России. Пару слов об этом чемпионате. Получился ли он, не получился? Довольны выступлением команды или недовольны? Вот об этом пару слов. Да, в этом году действительно мы вывозили сборную России по грэпплингу на чемпионат Европы. Он проходил в Софии. Я считаю, что команда сборной России выступила очень достойно. Из 10 золотых медалей мы забрали 2. Это впервые за всю историю грэпплинга чемпионата на чемпионате Европы. Это такое достижение. Также у нас есть там 2 вторых места и 3 место. То есть для такого уровня чемпионата Россия себя зарекомендовала очень хорошо. Надеемся, что в следующем году мы покажем еще более высокие результаты. По крайней мере, все к этому идет, и мы работаем над этим.